Всем привет, YouTube, привет. Вот, у нас есть Hyundai Sonata. Вот такого разлива. Очень модная машина. Очень хорошая. Нам предстоит делать. Она чуть тут градом побита. И, естественно, надо будет снимать потолок. Будем смотреть, как это все разбирается и снимать. Вот. Вот такая вот машиночка. Красивая, модная. Сейчас мы будем с нее снимать потолочек. Вот тут фонарей два, то есть не халам-балам тебе машина. Вот. Седла кожистые. Вот, все так сделано, как бы аккуратненько. Начинаем, конечно же, вот с этих вещей. Отщелкиваем и пошло-поехало потихоньку. Вот мы смотрим, что мы видим, да? Вот два самореза и вот такая красота. По-моему, все просто. Вот, вот она заходит вот так и вот так выходит. И здесь вот у нас еще есть клипсочки, и вот здесь у нас тоже саморезик. Ну, скорее всего, как на акценте будет. Что там на поводке, который придется выламывать. Ну, потому что погорячился, скажем так. Это здесь никаких елочек, которые выламывать, нету. Просто вот он. Обычный красивый саморез. И все. Все нормально, все просто. Ну, вот надо будет убрать клипсу. Да, клипсочку пластиковую. Продолжаем. Вот у нас на потолке ежик раз, ежик два, ежик три, да? Вот они наши ежики. И вот они ответочки, да? Мы их просто берем и вот сюда ложим, чтобы им ничего не приснилось. Вот они, ручки, снимаются как на акценте. Поддеваются вот эти вот внизу и вверху. Вот. Поднимаем и открываем в середину. И там выкручиваем самогрызик. И все это также в сборе валяется. Потом раз прикрутил, и все в порядке. И голова не болит. Вот такая вот басня. Идем дальше. Сняли мы ручки, сняли козыречки, клипсочки. Теперь впереди ход дошел до фонаря. Тут очечница, вот она. Снимаем аккуратно стеклышко. И видим здесь вот саморезики. Вот. И, естественно, их откручиваем. А вот эта красота. Вот они у нас. Вот она стоит так. Вот я показываю защелочки. Вот где по краям здесь. И здесь вот они, защелочки. Вот они. Вот. Эти входят сюда. То есть вот с этих мест начинаем отщелкивать их потихоньку. Здесь вот такие два заходика. Вот. И все. И фонарик у нас в руках. Так, его тоже на всякий случай вот сюда спрятать. Потому что он нежный. И поломать его легко. И вот они, два самогрыза. Вот он. Извиняюсь, и вот он. По краям, вот так. И, в принципе, все. Ну, пока это пусть все висит. Сейчас посмотрим, что тут у нас со стойками. Ну, скорее всего, они будут на пружинчатых таких защелках. Так же, наверное, как и в акценте. А может и не так. Сейчас время покажет. Вот она, стоечка снята. Вот, раз, два, три. И вот раз, два, три. Ну и вот здесь заход. Вот и вот два клыка. Вот тут, конечно, будет несколько геморно их попадать. Начинать надо с них. Вот там их два штучки. Вот они, клыки. И они немножко разнонаправленные. Вот, как это видно. И их надо попасть. И далее мы смотрим. Как я уже говорил, такие пружинчатые защелочки. Три штучки их. Вот. Раз, два, три. Вот. То есть
весь фокус попасть, вот эту красоту сразу надо. Вот. И тогда не будет никаких проблем. Ну, снимаем аналогично также и вот эту. Вот мы сняли с этой стороны, вот тут под резиночкой эта стоечка заходит. Вот, и тут небольшая поправочка. Вот два болтушочка я снял, вот они. Вот с фонарика, вот место одно, второе. Открываем очечницу, и тут еще два. Вот, поэтому на четырех она держится. Вот, надо их снять тоже. Вот, когда мы выкрутили четыре самогрыза, увидим вот такую красоту. Вот. И я посмотрел, думаю, вот это нормально, сюрприз ребята приготовили. Прикольно, да? Нет, вот нашлась папа-мама. Вот. Дошел ход до фонаря, который как бы пассажирский. Здесь у нас вот впереди водительский, а здесь пассажирский салон. Ну, то же самое. Вот они. Места 4, за которые держат выступы. Вот. Стоит он у нас вот так. Извиняюсь, не вот так, а вот так. То есть, первым делом вот эти рожки, вот мы видим, вставляются они, а разборка происходит вот отсюда, с этого места, вот где кнопки выключателя. Вот отсюда мы его выщелкиваем вот так, и он вываливается. Но не наоборот. Потому что я вот здесь начал нажимать, обшивка отходит, а он не снимается. Ну и все тут просто. То же самое. Ключиком на 19 откручиваем два болта и все. Шучу. Вот такая красота здесь. Значит, еще раз показываю метод разборки. Вот так. От клавиши. Вот таким образом. Так, и опять же, чтобы у нее голова не заболела, вот сюда их. Вот, в перчаточный ящик. Ну, это тут все понятно. И потом мы, наверное, перейдем к средним стойкам. Вот, выкрутили мы самогрызики два. Тут все просто. Нажимаем по центру. Вот эту вот штучку. Вот он, замочек. И все выходит. Пошли мы к стоечке, сейчас будем посмотреть. Ха, отпечаталась как-то тут интересно. Она что тут, ходуном что ли ходит? Сейчас резкость наведу. Приколюха. Он как рисуночек вот здесь. Вот дрынь, как будто кто-то ее обвел. Ну не важно. Значит, здесь сейчас мы откроем. Ларчик, я надеюсь, просто будет открываться. Вот так. Поддеваем эту красоту. И она должна выходить. Замочек. Ну, блин. И одной рукой телефон держать и снимать. Сори. Не получается. Продолжаем. Но здесь никак на акценте. Здесь вот эти зубы, губы отходят. Вот сюда защелкиваются. Вот. Раз, два, три, четыре места. Вот такими заходят клыками. Вот, и причем клыки направлены друг напротив друга. То есть вот так взял и защелкнул. Вот такая ерунда. Центральную стоечку мы снимать будем вот таким образом. Значит, здесь вот раз, два, три, четыре. Вот такие вот они железочки стоят. И вот они, два самогрызика. Держат верхнюю часть. Вот он один, вот он второй. И по идее потом ее вот так вот вниз надо будет сдернуть, и все будет хорошо. Сейчас посмотрим. Тут вот так вот здесь два. И вот здесь пониже, где-то в этом районе, тоже две защелочки вот этих. Надо признать, что это не так, как на акценте. Вот он выступ. И вот она защелочка здесь. Она просто отодвигается чуть вниз. Но потолок при этом уже сходит и выходит, если что. Вот и все. Такая басня. Так что вот здесь такая защелочка нас встретит. Вот я снял обивочку. Все понятно, да? Вот одно ухо заходит, второе. И защелочки металлические.
Вот тут их раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот такая красота. Вот, ну, с другой стороны все будет тоже аналогично. Вот здесь все снялось уже, в принципе, крыша тут ходуном ходит. Вот. А здесь надо снять с этой стороны вот эту и разобрать вот эту стоечку. В принципе, это все несложно. Точно так же, как слева, так же и справа зеркально. Ну вот и все. И в принципе потолок падает вниз. А вот насчет того, что выйдет он или не выйдет из машины, тут еще, конечно, бабушка надвое сказала, хотелось бы. Но если что, то можно, конечно же, его вот так вот приставлять. Впереди и сзади там фонарики вешать. И вот здесь вот, или на ручках его повесить, допустим. И никуда он не денется, на нем можно кататься вот так. Вот, крышу мы сняли, но, к сожалению... Вот седла у нас, к сожалению, не складываются таким образом, чтобы можно было их опустить до самого низа и попытаться вот через вот эту прорезь вытащить потолок. Хотелось бы, но пока не получается. Вот, вот такой у нас потолок. Кто-то вот тут замазал черной мастикой, и причем душевно замазал. Для чего, я не знаю, вот эту всю... красоту, а без шумку придется сдирать и выкидывать. Вот. Усилителей тут богато. Раз, два, три, четыре, пять усилителей на крышу. Ну, на один меньше, чем в камере. Там шесть их было. Ну, что делать, будем воевать и дальше. А вот так вот смотришь, вот такая фигня. И в камере стоит вот посередке. Вот. Только здесь еще вот один в этом месте усилитель стоял, раздваивался под задний фонарь. Ну, так они решили, что лучше. Вот такая красота. Сейчас попробуем понянчить заднее сиденье. Если не получится его легко снять, то тогда вопрос с крышей, как бы, она тут останется на время ремонта. Вот такая ситуация. Хотелось бы, конечно, ее снять и без нее, как говорится, нянчиться спокойно.